пирожок с хлебом. Смотрю, пакет вот здесь на пустыре валяется. Я его занес. Вот он лежит. Я его занес. Думал, сожгу. Вот в этом баке. Где я сжигаю всегда. Мусор. Постоянно жгу. Потому что мусор постоянно кидает на этом пустыре. Вот там этот же пакет еще валялся. Ну-ка, думаю, посмотрю, что с ним. Чувствую, тяжелый. Ну-ка, думаю, гляну. Посмотрел. А там нож лежит в черном пакете. Нож. Посмотрел я его. Правда, руками не брался, но смотрел за это. Брал, старался брать пакетом. Смотрю, а тут кровь. Вот. Вот. В ручке. Видно, в ручке вот кровь. Даже вот здесь где-то местами есть. Но он, по-моему, промытый нож. Вот какие-то рыжие пятна. С какой целью его подкинули? Зачем? Сейчас унесу в постсовет его. И сдам под видеозапись. Пускай разбирается, кто кого подкинул. Но зачем его бы могли вообще в другом месте выкинуть? Зачем вот подкидывали на этот пустырь? Потому что знали, мы постоянно тут убираем мусор, сжигаем.